На это. Нет хозяина. Все. Ну а вы на Колыме 6 лет провели, золото-то там много на Колыме? Я не работала на ней. Я в совхозе работала. Ну а про золото откуда знаете? Откуда? Потому что все распадки, считаются распадки, долина. С этой стороны горы, с этой стороны горы. А распадки все в золоте. Понимаешь? То есть в России можно безбедно и жить, да? Да. Да. Вот. Сколько там золота? А почему, как вы думаете, мы так живем? Ну, потому что крадем. Крадут? Да. А вот это, как ты, колхоз научил людей воровать. А зачем мне садить? Я пойду ночью, я украду. Колхозы научили людей. Да. Вас как зовут? Устина. Устина? Николаевна. Николаевна.